Всем привет, сейчас я покажу подробный перенос автомобиля в CryEngine 3. Будет состоять из четырех этапов. Первый – обычный перенос, чтобы машина съездила, сделаем. Вот у меня есть готовая модель Audi R8. Вам придется ее еще подготовить. Поставим сейчас. Ну, надо подписать в первую очередь, подписать в свойствах колес, то, что они являются колесами. Will. Вот. Ну, и оставим их 4. Первая левая, передняя левая, под цифрой 1. У меня называется просто был 1. Ну, смотрите, в принципе, как назвать. Колеса обязательно выравниваем, нужно сделать по центру, иначе не крутится, будет не видно. Вводим RAF Edit. У меня уже есть сохраненный, вам создать новый нужно будет. Соединяем в такой последовательности. Так, и нам нужно создать Helper. А сначала лучше разъединить. И сделать Reset X From. И нам нужно создать Helper. Заходим в Helpers. Dummy. Думаю, у нас также может отображаться в 3D Max. Ой, тьфу, в 3D Max, в CryEngine. Ставим, как подсказку можем ставить. R8. Называем его по имени машины, соединяем их. И соединяем туловище. Можно body, можно хул назвать, как вам угодно будет. Вот. После чего настроить материал, все понятно. Добавляем список, формат выбираем CGM, параметры экспорт сфер, ну там они на краю документации написано, экспортируем. Так, теперь запускаем CryEngine. Ну, выберем любую машину для теста, я делаю на MotoSDK, вы можете также на FreeSDK, у вас там есть HMVB. Сделаю тоже с HMVB. Vehicle Editor. Он не открывается, у него модернизированный, потому что я возьму CFCAD. Она уже лишнего ничего нет. Сохраняем с именем. Если у вас FreeSDK или мод SDK, он попросит перезапуска. Ну и в моем случае просто перезапустить. Второй этап будет уже настройка параметров.
То есть movements, где меняется скорость, скорость поворота, добавляются звуки. Звуки придется мне тоже также скачивать, где-нибудь находить. Вот я сделаю отдельно к видео, не буду записывать. Еще многие знают, я выпустил так автомобили, они перенесены из Need for Speed Shift. Вот. Отдал я их не все, они полностью не готовы у вас. Кто мне отдал общий доступ? Сейчас вот я делаю тоже машину, это у меня взята из Need for Speed Shift. У нас, видите, пока здесь под Audi R8 просто боевая. Сейчас мы ее изменим. Открываем, вводим, назначаем нашу геометрию, то, что мы экспортировали. Audi R8. Сейф. На Audi, пока без материала, это ладно. Беда. Разрушенную часть, я думаю, вы сами 3D Max сможете сделать. Я необычно не делаю. Но потом покажу. Так. В принципе, в общем, сейф. Проверьте название колес, чтобы обязательно соответствовало. Чтобы были слэши и подобное. Вот что такое вот. Если вот у вас не будет слэшев, там, например, имя будет отличаться, ну, она просто у вас не поедет. Не определит. Колесо не будет крутиться. Ассетс-хелперы. Ассетс-хелперы — это хелперы вспомогательные, как бы то, что мы уже создаем здесь, в CryEngine. Они вот служат для посадки, пассажиры делаются. Вот въех на нем еще есть. Я сейчас удалю их. У вас там уже многие будут. Кто-то делает с нуля. И удалю тогда. Посмотрим заново. У нас есть драйвер. Сохранимся так. Хелпер, как вы видите, пока нету. Добавляем новый хелпер. Драйвер суд. Он у нас появляется выше. Ставим его на нужное нам положение. Добавляем еще хелпер. Драйвер. Будет у нас VF. APOS. Позиция глаз. Не буду сильно их равнять там. Гнездом стараться не буду. Сейф. И добавляем место, где он будет выходить. В принципе, название хелперов может быть любое. Например, VF это хелпер. Лишний его можно удалить. Использовался на старой машине. Там добавляли несколько VF. Так, теперь драйвер. У него сначала выглядит так. Я удалю пока все. Так. Так, кнопка мыши по сет. Добавляем. Интерхелпер, в принципе, не обязательно подходит и уже видит то, что да, сюда можно войти. Та-та-та-та-та-та. Exit helper — место, где он будет выходить по ряду переводу.
И добавляем нужный нам helper. Так, как он называется? Exit helper. Exit boss. Так, добавляем sit helper, как там? Enter helper. Сейчас. А, вот sit helper, да. Давай, sit. Сохраняем. Теперь в yes. And yes, EDF. Выбираем класс. Ну, Steed Field Person это сначала от третьего лица. Добавляем позицию. У нас получается Z, 8 мы видим слева. Смотрим по Y, то есть у нас минус идет, да? Минус 8. 8 много, минус 5. И по Z поднимем на тара. Посмотрим, что случилось. Еще персон. Так, позиция. Вот он себе тут. Кнопка. Персон. Давай добавим туда еще один. Ев класс. Стоп персон. А, вот он, вид от третьего лица, да. Так, сейчас он. Стоп персон туда. Арксон, стоп персон. Что-то я запутался во вьюх. Эльф. Чисел персон. Босс. Это самая позиция. Это то есть как бы ротация получается. Благо, не знаю. Минус. 6. 1, 5. Так, смотрим дальше. То есть раз это надо больше добавить, можно 2,5. Прицел по Z надо опустить, я думаю, да, минус. Так, сделаем минус 1. Попробуем сначала. Давай поставить. Ее когда-то он перебрасывается. Так. Дальше. В EF мы у нас один есть. Нужно еще один добавить. EF. Класс. Все, персон. Мы добавляем helper, должен быть, по крайней мере, нет, значит другой класс. Все, персон, helper. Здесь мы добавляем driver apples. Все-таки
Я запутался. Так, здесь описан это третий цель. Ладно. И не добавили. Но вы возьмете из другого скрипта какого-нибудь, можете думать сами. Я просто обычно здесь не ковыряю, обычно беру прям сразу. Интерхелпинг можно удалить. Так, сыпус. Чё тебе не спится, да? Хастаешь. Да чё ты заснул вроде. Пожрать захотелось. Так, продолжим. Так, он у нас садится уже как бы на то место. А, нет, он у нас не садится. Не добавил. Сыт пол здоровья, сыт. Драйвер аймпад можно удалить. Сэнгл комикс есть. Все понимаем. Левел скрипт. Тулс. Я это айд. Теперь я понял. А, забыл, вот я. Сейчас исправим этот EVF, добавим. Забыл параметр. У хелперов должно быть стоять под body. Ну или full, я не знаю, как вы сделали. Поэтому хелперы не работали. И не читали, соответственно. Так. Xpos есть. Sipos есть. Давид Apos. Будем. Смотрим. Так, выход добавлен EVF. Хелпер, драйвер, эйпус. Сейф, сейчас попробуем. Так будет маленький нюанс, ломаю всю картину. Так, масбокс, это понятно, я думаю, по переводу. Сила тебя вместо. Но немало. Ну, тут же задаем массу, сколько он есть у нас. Тонна мало. Не тонны, тут измеряется в этом. Не знаю, в какой величине. Но на обычном цифкаре стоит 18 тысяч. Ну, вдвоем разобрались. Его добавили. Теперь что мы сделаем? Параметры movements. Заходим сюда. Вот эти вот первые параметры, что идут, это, в общем-то, на поворотливость. Управляемость. Смотрите, поставим 10, 10. 5, к примеру, 5, 5, 5. Эти все параметры, которые сейчас поставил, они все на управляемость. Я его
очень параметрам скажу, точно я их не знаю значения. Ставить 70. Да, здесь бы стоял меньше 20, 40. Хендлинг. Тут у нас параметры power — это скорость. Acceleration — это разгон. Мы можем поставить 100. Сейчас нам поедет на задних колесах. Стоит слабо. Топ спид. 100. Сейф. Посмотрим. Следаж, но это разгон заднего хода. Так, здесь поставим общую скорость 40. Разгон 15, с подкарманючий. Реверс спид — это... Так, реверс спид, скорость поворота, наверное. Не буду менять. Ну, спин, типа там я не знаю. Хедлинг брейк — это торможение. То есть стоит луп флотбой при торможении обоими приводами тормозит, можно так скажем. Это значение торможений, насколько будет вот блокировать. Тут внутри стоит только блокирование на задние колеса. Сейчас проверим торможение ее. Стоим больше. 4-4, а передний еще. А, не сохранил. Так, Хендрик. 4-4. Сохраняем. Давайте попробуем. Тоже мелочиться, давайте поставим 15. Encodex Scale 6. Не знаю, что это за параметр. Не особо тормозить. Но, по-моему, этот параметр отвечает за торможение. Резким будет торможение. Я уверен. Ладно, берем галки. Смотрим, что будет в таком случае. Газ просто отпускаем, поэтому точно. Так, что-то ей тут 10 поставим. Здесь 6 было. Не знаю параметры Faction, это как бы параметры заноса. Сейчас сделаю только то, что я вообще заносить не буду вот такими параметрами.
как бы восстановление. Когда предворачиваешь вправо, и чтобы она влево, скорость поворота. Вот, не параметр. 50. Закрутка руля, что ли там. Общий параметр для скорости. Боюсь представить, что сейчас будет, когда редактор не заедет. Можем так. Так, здесь параметр поставим. 1 и 1. Сейчас он будет машинку носить. Лучше сделать скорости поменьше. А, ну да, разгон стоит на максимум, правильно, скорость тоже на максимум. Чё там было ожидать-то? Вот я дурачок, конечно. Ну ладно. Сколько стоял там? Ставим 4 и 4. 3-2 стоял. Так, да, 3-2 стоял. Заносить должны задние колеса, так что задние поставим. Ну, 1.7 пусть будет, передние 3. Вот так. Хорошо. Этих параметров я не знаю. Тоже не знаю, будем дальше. Какие-то параметры. Дампинг, это как бы... Как же он? Вспомню. А, не помню, как он называется. Короче, реакция колес. Можно так сказать. Кто вообще будет показать? Машина должна прыгать, прыгать. Отбросила на бомбёчке. Да, там, типа, на этом не особо много.
Ребята, параметры управления настраиваются. Тут же параметры звука добавляются. Ну, тут я смотрю только этот. Общие параметры. Не сам звуковой файл. Так, а звуковой файл я... Что там отдельно прописывать в скрипте получается. Да. Сохраним. Так. Это у нас получается хелперы для дыма, когда едешь, как бы из выхлопной трубы. Так, у нас тут есть воздух, новый. Добавляю новые хелперы. Хелперы. Left. Один. Первый, чтобы лучше отделить будет. Копировал имя. Два. При этом позицию проще будет скопировать и потом вот одну подвинуть. И не возьмем параметр сразу же. И только мы сделаем минус, берем по иксу. Отлично. Есть, сейчас придется прописывать в скрипте их. Накроем, откроем папку. Скриптом. Нет, это объект. Ошибся. Так. Модель 8, да? Ай, случайно. Список хелперов, вот они у нас прописаны. Нам нужно скопировать только название и уже партикль. Открывается партикль. Здесь у нас стоит два хелпера. Первый назначаем. Right. Left. Один. Left 2. Скопируем два эти параметра, добавим еще. Напишем. Стоим за 2. Сохраняем, забираем. Потому что она здесь moments не дает его дописать. Делаем reload скрипт. Ну, отлично, все увидела. Посмотрим. Так, может, эффект не прописан, но это я сниму. Так. Ну, спид. Вот он опять этот параметр. Под assets. Хелпер.
сторону просто. А, то, что Хелпер не в ту сторону повернут. Тикаль буст эффект. Ну, это как бы эффект ускорения. Не знаю, надо посмотреть, сейчас у меня под тикаль эффекта такого нету. Какой-нибудь огонёкшин добавить попробовать. Сами создадите себе партии крики. Я сейчас не буду на этим париться. Уже и так много времени записываю. Поменьше бы его. О, пусть будет такой. Только нужно вытащить на карту. Будет он сейчас работать, не будет. Потому что обычно в Crysis 2 нужно еще доотписывать. Или я сохранил. Уже все. Ладно, это не суть. Будет всех надо еще Default Profit дописывать. Что, здесь вроде бы все, да? Теперь давайте сделаем, что у нас отделялись части. Ну и заодно и материал будет готов. Можно сохранить. Что, детали нужно сначала же отделить. Разделяем модель на то количество деталей. Должно быть. Я всю не буду делать, сделаю только вот такие вот маленькие детальки. Просто банкера отделять их очень долго. Капот назовем. Капот. Хитселит, у него еще, я помню, есть внутренняя сторона. О, отлично, установлено есть у нас. Так, чтобы бились стекла, надо сделать, да? Стекла, чтобы они бились, их надо только же отделить в 3D Max. Глаз. Два, потому что первая идет левая. Я сделал, да, стекла будут биться. Покажу только на примере этих деталей. Так, сделаем
7 всему этому выравниванию по цвету, кроме боди, ну и хелпера, думаю. То, что вот детали, которые мы отделяем здесь, они также отделены. Здесь, которые детали отделены, они также показываются в 3D Max. Там мы убрали ассет с хелпера, а там есть еще и хитрый хелпер. Так, присоединяем дополнительные детали, прям как они есть. Все. И экспортируем модель заново. Мы при этом сейчас еще создам материал. Лучше сохранюсь. Бывает, но зависает игра. Отлично. А, еще один нюанс. Хочу напомнить то, что какое название вы пишете вот здесь. Также должен называться материал и вот здесь. Еще есть материал был колес, его также создаем. Смотрит на тот материал, который у нас выделен в 3D Max. О, чё-то не то. Сохраним. Закроем, экспортнем теперь заново. Экспорт нодус. Да. Допустим, CryEngine 3. Упс, что я хотел сделать, пока она запускает CryEngine. Отлично. Ах да, создадим файлы LOA. Многие спрашивают, почему на моих машинах не садится AI и не едет по FOMO в пад. Потому что для нее нужно создать LOA файл. Но файл также должен нажиматься как скрипт. В принципе, без разницы, что будет внутри почти. Также название будет внутри поменять. Параметры, которые внутри, не важны. За исключением мелких. Вот так. Закрываем, сохраняем. Открываем городок. Сейчас у нас машина стоит уже с настроенным материалом. И у нее отваливается. Нет, пока не отваливается. Пока у нас есть только там отделенная часть капота. Сейчас будет отваливаться. Очень мне не понравился урон, который я записал на Косбу. Или не на Косбу, не помню. На Грайдеф.ру по эксплуату автомобиля. Я думал, вижу чего-то новенького, но ничего не оказалось. Я уже как бы настроен здесь. Так. Смотрим, Assets Helper. Не Heater Helper, а Assets Helper. Он отображает то, что у нас отделено в 3D Max. Ну и также он отображает Думи. Капоту тоже он отображает. Так, теперь нам нужно добавить часть. Капот. У нас она отделена. Ее не нужно делаем Animated Join. Потому что она у нас присоединена уже там. Это не отдельный статический объект. В CryEngine. Мне нужно добавить компонент. Название не важно, но чтобы не путаться, желательно называть одинаково. Дамаг макс. Если ставим 0, то урон по детали не будет наноситься. Поэтому ставим там. Может, я ставлю 100. Детали назначаем. Новый компонент.
Потому что это, как вам объяснить-то, это область, которую он будет получать урон. Надо где-то переоткрыть капот. Компоненты заново выбрать капот. Так, компоненты, капот, смотрим. Определился капотик. Ему добавляем дамаг драйвер. Тут выбираем Detach Part класс. Тачпад. К нему его удаляем и здесь сам добавляем тачпад. Потому что она не дает добавлять многие. Там один из параметров многие, что-то я тут уже. Тачпад тут часть отделяемая. У нас в SSHelder указан капот. Значит, где-то тачпада тоже должен быть капот. Смотрим. Сторону, которую он будет отлетать, нужно уже указывать вот здесь. Добавляем Detach Base Force. Он добавляется в Animated Join, должен быть параметр. Это Animated Join. Detach Base Force. У нас идет по X в плюс 1. Сохраняем. Скрываем. Попробуем. Сделал не так. Что мне интересно, я сделал не так. Компонент капот. Так, компонент капот. Сайт на Макс 11. Кинул. Косяк здесь. Класс. Делит класс. Что будет, если так? Угу. А что я парюсь сейчас? Мне проще будет показать тоже. Посмотреть, как мне сделано там. Уже подзабыл. Очень много всего. Капот. Дамаг мигает. А, нет, это дамаг мультик. Дамаг мигает. Детачпад. Детачпад. Так, капот. Студиус балл. Пац. Айды не обязательно назначать. Айды это для другой функции, для модификации. О ней расскажу попозже, может быть. Так. Капот параметры. Detach Base Force. Больше ничего нету. Также один. Берем здесь. Капот. Заебал масс отключить. Отделяемая часть обычно так лагает. Просто нету, да? Непонятная деталь какая-то. Узмалом фон фарикс. В принципе, все то же самое, только нету класса. Класс. Тачпад. Сейф. Чтобы перезапустить, может, там-то и была причина перезапустить его. Потому что у нас не просто было параметры с другого скрипта. Вот. И вписывал свои названия.
если мне не нравятся какие-то параметры. Вот класс. Detach. Part. Game. Ладно, тогда часть мы добавим, там отдельно скрипт сейчас. Отделяем. Закрыть. Это вот часть, но мне нужен компонент. Нет компонента для волос, вот он. Домогаю, это touch pad. Копировать. После домогаю класс записывается. Ну, не добавил просто параметры. Вот как вот. Вот этот может быть. Или добавил, ничего не понимаю. Капот. Ой, ой. Класса нету. Ага. Нет. Я замотался там уже ковырять. Вставляется он именно. Капот. Тачпад. Капот. Я уверен, что сейчас все будет работать. Скорее всего. Ой, я хиваю. Так, нижний компонент. Важная часть. Уберем. Сильно прилетело. Это деталь такая кривая. Длина такая.
сам он сюда подписывается. Да, ну, это сейчас не тот скрипт еще. Сталь была отделена. Сейчас их заново сделать. Чтобы было понятно, кто тут что-то я наделал, сам не понял чего. Удалить компонент. Капот. Удалить. Сохранить. Это пад. Капот. Они на будем появиться 0. Вот, избал фром пац. Давай, я класс. Тачпарт. Энда тачпарт. Партнейм, капот. О, зачем я сыграл? Сейф. Так, давай, ланс, 10. Все зависло. Нормальное явление. Когда на используемый компонент удаляешь, при закрывании хитилени, тогда она зависает. Стоян так. То, что компонент используется. Пока открытый хитилени, тогда этот сохраняет его в кэше, что ли. Час. Да, я не только учился. Нужно нормально. Я надеюсь. Так. У нас есть часть, что мы не можем. Сахар на голову посмотреть. Сахар есть. Капот, капот. Взять подаем тут со старых машин мне. Не знаю, что это такое, это ей не нравится, когда сам добавляю. А, компонент. Не знаю. Вот он мне некуда получать. Сейчас, надеюсь, отлетит. Отлетела, по-моему, машина.
из фонства удалить. Здесь должен быть по Y, получается, один вылетает, и по Z лучше сделать еще один. Ну, по Z можно делать любой. Когда ваш шум еле падает. Точно вспомнил. Капот. Масса 0 стоит. 30. 30 мало там. 1000. 100. 100 мало. 1000. Уж лучше много, чем мало. У меня просто ось выравнивания стоит по центру 3D Max. Кажется, хватит на сегодня. Уже башка кипит. Даже не знаю, что еще показать. Вроде бы все забрали. Свет. Нужен нафиг. Ладно, все, хватит.